Привет, ребята, это Настя. Это видео будет полностью посвящено обзору сервиса по изучению английского языка Puzzle English. Те из вас, кто со мной давно, вы знаете, что я отбираю только те сервисы для таких полных обзоров, которые я бы порекомендовала вам и без спонсирования, потому что они настолько хорошие. И, может быть, я вам рассказывала, но изначально из множества десятков заявок подобных, которые я получаю, я отбираю сервисы на основании каких-то кредибильных публикаций в известных журналах, такие как Коммерсант, Forbes или Эксперт, а потом уже у меня занимает часы и часы для того, чтобы протестировать весь сервис на себе. И как раз Puzzle English — это тот случай, когда я тестирую и думаю, вау, какой же крутой сервис, и как я рада, что они меня нашли. В общем, если у вас есть маленький ребенок, бабушка, дедушка, родители, вы сами, если вы начинающий, продолжающий, false beginner, средний уровень имеете по английскому языку и хотели бы его учить, то мне кажется, что эти 10 минут моего обзора стоят того, чтобы потратить ваше время и познакомиться с этим сервисом, потому что, по моему личному мнению, он очень и очень крутой. Сразу скажу, что платная версия полного продукта стоит 7000 рублей или около 120 евро, но отдельные понравившиеся вам модули можно купить подписку на целый год, уже начиная от 1500, где-то так, что 20 евро. Итак, поехали, но вначале пару слов о компании, потому что для тех из вас, кто меня давно знает, вы знаете, что для меня важен не только продукт или услуга, но для меня также очень важна история людей, которые стоят за этим, тем более они очень часто мотивационные, и эта история не исключение. Автор этого проекта, как и многих хороших онлайн-языковых проектов, программист, и он работал менеджером мобильных карт в Яндексе. И у него были проблемы с английским, что на самом деле всегда мешало его карьере, вплоть до того, что он провалил интервью для того, чтобы стать лидером разработчиков аппликаций и приложений во время сочинских олимпийских игр, и он не смог пройти это собеседование, и вот этот последний такой большой фейл повлияли на то, что на его решение наконец-таки заняться языком. И когда он не нашел ничего, чтобы ему помогло лично с языком в интернете, он создал для себя свой собственный тренажер и просто выложил его в онлайн, чтобы он не пропадал. Этот тренажер заключался в том, что слова, которые он хотел учить, были нарезаны кусочки из разных видеофрагментов, в которых это слово фигурировало. Таким образом, сразу же шел контекст и визуализация. No, I think commitment to one person is not easy. Concentration and commitment to the Buddha's teachings. And understood the beauty of commitment. Если вы помните мое видео про флеш-карточки, насколько важна визуализация, она становится Q, вот этим стимулом, не стимулом, но Q, которым, через которое вы вспоминаете свое слово. Так вот, пользователи как-то сами начали, ну, наверное, по поисковым словам, начали находить этот сервис, и просто он увидел, что это помогает не только ему, но и другим людям, и в какое-то время начал искать инвесторов для того, чтобы смочь заниматься этим профессионально, сделать это своей работой. И с 2014 года Puzzle English существует как компания, и на сегодняшний день у них уже 3 миллиона пользователей. Как по мне, абсолютно заслуженно. Итак, что это за сервис? У них есть два направления, два подбренда. Один так и называется Puzzle English, второй называется Method Teacher. Puzzle English — это этакий набор развлекательно-образовательных инструментов, наподобие того тренажера, который Саша создал для себя еще за несколько лет до создания самой компании. И он состоит из отрезков разных фильмов, сериалов, клипов. Кстати, сериалы там есть не все сезоны, но можно найти пару сезонов «Друзей», пару сезонов TED Talks, пару сезонов National Geographic. Я посмотрела, в принципе, на любой вкус, каждый что-то себе найдет. Кстати, технический момент, ребята, потому что я не сразу это поняла. Во вкладке Puzzle English вы найдете только отрезки сериалов, а во вкладке Puzzle Movies будут сериалы целиком. Так вот, весь этот видео-медиа-контент сопровождается, ну, супер умными английскими и русскими субтитрами. Супер умные они, потому что вы можете кликнуть на любое слово в субтитре, и откроется вкладка. 10% of your paycheck. Where does it go? Paycheck. Из этой вкладки вы можете а. создать флеш-карточку, б. посмотреть другие видеофрагменты, в которых это слово употребляется. То есть вы услышите другой акцент, другой контекст, другую визуализацию. Можно посмотреть примеры фраз, где это слово употребляется, просто напечатанное, прописанное текстом. Можно посмотреть разные формы этого слова, если это глагол, разные формы спряжения. Потом есть грамматические видео, где носители и неносители языка объясняют тебе какие-то грамматические правила. При этом как в грамматических видео, так и в медиа-инструментах огромное количество
отличие от тех же YouTube-видео с таким же контентом заключается в том, что вы не только пассивно слушаете контент, но вы также его практикуете. Например, в случае с фильмами и с сериалами упражнения заключаются в пазлах, отсюда и название компании Puzzle English. Так вот, проигрывается отрывок сериала, проигрывается по фразам, после фразы идет остановка, и вы видите пазлы, на каждом из которых написано слово из этой фразы, и вы должны собрать фразу, которую вы только что услышали. При этом, конечно же, можно на каждое слово кликнуть и опять увидеть эту подробную интересную вкладку со значениями, если тебе что-то непонятно. I really did everything I could think of. Think. Для практики восприятия речи на слух есть аудиопазлы и подкасты, и также есть забавная секция, которая называется «Плюшки и витаминки», в которой разбираются всякие нестандартные грамматические или вокабулярные вопросы, которые ты не найдешь просто в каком-то языковом справочнике, и часто всего это всякие выражения, шутки, тонкости, которые отличают носителя от неносителя языка. Например, в одном из последних тредов, это может быть также письма от тех, кто учится с Puzzle English, например, в каком-то из последних писем девушка спрашивает, как отказаться вежливо от чего-то, что тебе предлагают на работе, чтобы сохранить свое время, но при этом не казаться некорректной. Дальше в Puzzle English есть куча игр. Первая — это Донетка, это флеш-карточки, при этом тебе показывается английское слово и его перевод, и тебе нужно сказать, правильно это перевод или нет, и это игра на время. Следующая игра, которая мне очень понравилась, называется «Дуэль умов», и ты выбираешь в ней какую-то тему, например, Америка, животные или культура, и дальше тебя коннектят с партнером, с которым ты играешь, это может быть рандомный пользователь, или если кто-то из друзей использует Puzzle English, твоих друзей, то ты можешь играть прямо напрямую со своим другом. И дальше по выбранной вами теме задаются вопросы на общие знания, и, ну, кто больше правильно даст ответов. При этом, да, каждый вопрос сопутствуется четырьмя вариантами ответов. Так вот, я к своему стыду проиграла по всем вариантам, но там такие вопросы, на которые просто было интересно узнать ответы. Например, я выбрала категорию Америка, и там был вопрос по какому-то ценсусу последних лет, сколько языков используется в Америке. Я выбрала что-то около 50 или 70, и правильный вариант был 300. Дальше есть игра на аудирование, которая называется «Багаж слов». Игра тебе диктует слова, ты должен их быстро печатать, и она тебе тут же отвечает, правильно или нет. И она очень динамично спрограммирована, в нее очень удобно играть. Book. Boy. Name. Более продвинутый вариант этого упражнения игры называется «Мастер фраз», и там проигрываются короткие отрывки из разных клипов, сериалов и фильмов, и поскольку это фразы из контекста, произнесенные носителями языка, иногда что-то, какие-то слова съедаются, даже мне лично было достаточно сложно играть в эту игру, но фишка заключается в том, что тебе не нужно запечатывать целую фразу, потому что это было бы слишком трудоемко, вместо этого тебе нужно начать набирать первые буквы услышанного тобой слова, и игра распознает, что ты правильно услышал или неправильно выражение, произнесенное в отрывке. But, you know, it's water under the bridge. Следующая классная игра называется «Переводилка дня», и это, знаете, вот эти всякие мотивационные или шутливые картинки, которые все шерят в интернете. Так вот, каждый день они публикуют одну такую какую-нибудь картинку, и ты должен дать свой перевод, а когда ты его дашь, то ты можешь просмотреть, как ее перевели другие люди. Ну и последняя секция в разделе «Игры» называется «Скучным словом тест», секцию, которую я никак не хотела приступать к тестировать, и когда я все-таки села и начала ее тестировать, она оказалась настолько же крутой, как и все остальное. Например, просто тесты там, они все тематические, например, тест по Гарри Поттеру, то есть ты должен правильно ли ты слышишь, например, на аудирование слова идут из фильмов всякие выражения, которые сложно услышать и разобрать. Или сам тест на определение языка — это самый крутой тест на определение языка, который я когда-либо проходила, потому что он, опять же, состоит из всех этих клёвых, шутливых картинок, из юмора, и
В общем, если вы не заметили, то я абсолютно smitten kitten по поводу Puzzle English, и если вы не знаете, что это значит, то добро пожаловать в их мир. В общем, да, ребят, после нескольких часов тестирования этой секции я действительно осталась очень впечатлена. Мне кажется, что именно такие занятия помогут развить какую-то языковую гибкость и начать думать, понимать язык больше как носитель языка, нежели как изучающий, и в целом просто делать язык более живой. Более того, там такое разнообразие этих упражнений и игр, что ты действительно можешь прыгать от одного к другому, не теряя интерес, потому что, что примечательно, что даже мне, человеку, который общается постоянно на языке, было захватывающе. Я находила этот процесс тестирования этого сервиса захватывающим. И мне кажется, что даже если ты занимаешься с преподавателем или учишь язык в школе, вот это именно то, что ты не найдешь на классических академических занятиях, это будет классное подспорье в оживлении твоего языка в процессе изучения. Как мне кажется, Puzzle English больше всего подойдет кому-то со средним уровнем языка, а для совсем начинающих они придумали другую программу, потому что по их опыту это самая сложная группа студентов, потому что люди начинают учить язык, но при со сталкиванием с первыми сложностями многие люди бросают это дело. И поэтому они разработали программу, которая будет тебя вести от полного начинающего через всю необходимую лексику и грамматику со всеми тестами и упражнениями от урока к уроку к определенному уровню. И у них есть несколько программ в зависимости от того, какой ты начинающий. Если ты полный начинающий, никогда не сталкивался с языком, или, может быть, ты что-то учил в школе, в университете и все забыл, или, может быть, ты нахватался каких-то слов в работе или к отпуску. В общем, в зависимости от твоей стартовой платформы есть целая программа. Все эти программы длятся около 200 уроков, и каждый урок — это набор коротких видео с преподавателем, который на русском языке объясняет тебе, по крайней мере, на первых уроках, которые я тестировала, который объясняет тебе тему как лексику, так и грамматику. При этом этот урок идет вперемешку с упражнениями, которыми ты выполняешь. Наверняка вы не раз слышали слово «юзер». Это то же самое, что и «пользователь». Так вот, произошло это слово от английского «use», которое переводится как «пользоваться», «использовать что-то». Найдите верный перевод. Use. И в конце урока идет тест. Если ты этот тест даешь, то открывается доступ к другому уроку. Именно поэтому я смогла тестировать только первый, потому что иначе мне бы пришлось пройти все 200. А после этого, если ты тест не сдаешь, то алгоритм сам тебе показывает, какие ошибки ты совершил, никакие даже ошибки, а какие темы тебе нужно повторить, чтобы смочь как бы сдать тест по этому уроку. Кстати, если кто-то из вас уже родители или имеют младших братьев и сестер, одна из программ метода Teacher — это программа для детей дошкольного возраста. Они там учат буквы, звуки, основные слова, и там есть инструкция для родителей, по которой вы можете первые уроки пройти с ребенком, а потом программа так увлекательно построена, что он будет просто сам хотеть играть и обучаться в процессе уже без вас самостоятельно. Еще один из вариантов программ метода Teacher — это Puzzle Academy, и это программа для тех, у кого уровень средний и выше. По формату он очень похож на программу, которую многие из вас мне рекомендовали под видео о иностранных языках, полиглот передача, то есть там преподаватель снят, как преподаватель преподает язык маленькой группке учеников на видео. Но в отличие от этой передачи, преподаватель там носитель языка, и все преподавание ведется на английском. Как я уже много раз говорила в своих видео, я считаю, что язык гораздо более эффективно учить на языке, а не о языке. В первую очередь это потому, что когда мы учим язык на языке, то он откладывается в нашем головном мозгу там, где откладывается он у носителя, в то время, когда мы учим о языке, потому что если мы учим английский на русском, то мы учим информацию о иностранном языке, то он просто откладывается в другом месте. И да, я понимаю, что часто, я так учила немецкий, это может быть сложным поначалу, но что касается, например, вот здесь онлайн-формата, потому что здесь используются те же умные субтитры, и ты имеешь возможность поставить учителя на паузу и кликнуть на слово, но которое тебе совершенно непонятно, и ты не можешь его из контекста понять. Таким образом, здесь это как-то manageable, то есть ты здесь сможешь преодолеть этот дискомфорт, даже если ты его испытываешь. But maybe your child will be more well-rounded. You know this adjective we use? You know this adjective well-rounded? It's like if you're well-rounded, you might have skills in geography and skills in history and skills in art and skills in English. So it's not just one particular focus, maybe for science or for mathematics. If you're well-rounded, balanced, for example. Rounded.
Все эти ресурсы, ребят, доступны на мобильных приложениях на Android и на Apple. Как я сказала в начале, все доступ ко всему ресурсу пожизненный стоит 120 евро или 7000 рублей. Или если вы хотите купить какой-то отдельный модуль, вам приглянулся из того, что я перечислила, то расценки на него начинаются от 1400 рублей или это получается где-то 20 евро, если я не ошибаюсь. Также у них есть тестовая версия, когда практически все приложения, упражнения доступны бесплатно в этом режиме. Единственное ограничение идет на 25 фраз в день. Единственное, ребят, что я лично не тестировала, что обозначает на практике 25 фраз в день, потому что я уже была сразу в своем вот этом оплаченном тестовом аккаунте. Поэтому, если кто-то знает подробности, как это конкретно работает, то напишите, пожалуйста, для нас, для всех это внизу. И также, если кто-то уже использует этот сервис в своем изучении английского, то также, конечно, пожалуйста, делитесь, как для вас это работает, нравится ли вам. Я лично, ребят, осталась от этого сервиса в полном восторге. Если бы такое было по-греческому или по-итальянскому, я бы купила это уже вчера. Более того, я заинтересовала, или моя бабушка заинтересовалась, я помогла ей заинтересоваться, и она сказала, что обязательно будет заниматься по ним, поэтому как только папа, как только ты поедешь в Минск в следующий раз, то мы это установим бабушке, она пользователь айфона и айпада, и таким образом она сможет заниматься. Если вы думаете, зачем бабушке английский, то и вообще бабушкам и дедушкам зачем английский, то посмотрите, пожалуйста, мое видео о связи, о том, как иностранный язык влияет положительно на головной мозг, в том числе у наших бабушек и дедушек. Это очень интересная и полезная информация. Если после этого вы захотите, например, сделать подарок такой своей бабушке или дедушке, то у них есть подарочные сертификаты. Я очень надеюсь, что вы нашли это видео полезным в плане информирования вас о том, какие сервисы хорошие по изучению языка существует, и я увижусь с вами в следующий понедельник. Пока, ребят. I gave you heaven on a platter, babe. I gave you everything you never gave me. I never lied and I never faked it. Only wanted for you to save me. This love, it ain't over yet. There's too much that I have.